Утро начинается не с кофе, да? Аза. Утро, скажи, не с кофе начинается. Собака моя дурная. Дурная. Хрустяшки. Заказали новую печку собакам, потому что та уже, короче, капец, вообще работать не хочет. Шея, ты чё? Кормом подавилась, зараза. Шейка. Потому что глотать не надо, как ненормальная, блин. Пошла водичкой запить. Вот. Это самое. Скажи, я скажу. Вчера полдня, наверное, уборку у них делали. Ромашечка, что такое? Вот за ночь, скажи, мы тут какашулик уже наложили. Да, ромашка? Ромашечка. Ромашуня. Вот, сейчас подмету у них сразу, чтоб говно не копить. Так, прекратить. Все наши собакевники. Ну, не все, конечно. Еще в том вольере штук 7. Вот. Ну, тут такие собаки, в принципе, которые уже никуда не уедут. Непристраиваемые. Единственное, Багиру заберет куратор. Да? Ириска. Ириска моя девочка. Ирисочка моя красавица. Чё, девчонки? А? Девчонки. Девчонки, девчонки. Так, хрустите. Сейчас поставим кашу варить. Ванну уже не набираем. Надо ее помыть, да к стенке поставить. Бля, что делает? Ромашка сыт в воду. Та сыт, та пьет. Жопу помочила. Сейчас я иду вам воды набирать. Вот. Иду набирать водички. Так. Качки. Водичку выхлебали. А, что такое? 10,3 стерилизованные. Так, подождите. Стоять, стоять, стоять. Вот они, скажи, мы здесь. Девочки. Тоже уедут они, все трое. Тихо, 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 Мозайка. Тихо, Медунчик, подождите. Да, все по очереди. Гуляем по очереди. Вот. Нэнси. Ну и вот так, короче, так как... Нэнси, иди сюда. Здорово. Здорово. Иди сюда. Подожди. Ух. Маш, скажи, вы каждый день мне тут новых блохов подпускаете, да? Подпускаете. Сказал мне, скажи, все равно на вас их блохов. Да? Дела. Мария. Блохам дом надо искать, Маш. А ты-то навсегда тут. Егорыч пока тусуется тут с девчонками. Он дружится. Сейчас будем у всех убирать вот такой вот. Тут беспредел. А эти выглядывают там. Говорят, в чем дело? Да, Майка? В чем дело? Маечка. Ой, моя девочка. Нэнси. Нэнси. Бежала. Нэнси трехлапая собачка. Неудачная ампутация. Неудачный, точнее, сбор ноги врач сделал ей. Что в итоге ампутировали ей лапку. Пошла это, Бобика, Добика проверять этот домик. Вот так мы их пускаем по одному гулять. Вот. Получается, раз в день гуляет одна собака. Ну, пока мы во дворе, уборки, все дела. Короче, почти весь день. Вот. Те, кто хочет выходить. Некоторые не хотят даже оттуда выходить. Кто хочет, выходит, бегает по одному. Бывает, иногда двоих пускаем погонять. Иди сюда. Нэнси. Вот. Потому что места не так много. Хочется, чтобы себе какой-то хоть угол остался. Хотя бы вот так две сотки, как тут. Нэнси. Иди сюда, скорей. Иди, мой хороший. Нэнси ищет дом. Такой трехножек. Трехножек такой. Ну, ничем ей это не мешает. Очень активная собака.
Очень активная собака. Ну, сейчас она пока все обнюхает, принюхает. Может, кому приглянется, ходит на поводочке. Кстати, жила в квартире тоже, когда на передержке была, когда лапку лечили. Жила в квартире без всяких проблем. Выгул все терпит. Такая вот ножка у нее половинка, если видите. Пошел, пошел, пошел. Спортивная она у нас.